А вот как у нас вообще в крае дела обстоят? Какие соревнования проводятся? Как наши спортсмены себя на турнирах различных чувствуют? Об этом прямо сейчас Рудольф Бабаян, президент Краевой федерации самбо. Смотрим. Кубанское самбо, оно лучшее в России. И это не мои слова, это слова и президента Всероссийской федерации самбо Елисеева, и всех представителей команд субъектов Российской Федерации. У нас очень правильная постановка работы, у нас очень четко выверенный и календарь, и который проходит очень жестко и регламентированно. И все мероприятия, которые финальные чемпионаты и первенства России, на них Краснодарский край всегда является лидером. То есть в командном зачете мы первые, вторые, максимум третьи. Всегда, во всех возрастных категориях. И все чемпионаты первенства Южного федерального округа, они все проходят в Армавире, и здесь и отборочные соревнования. Ну и у нас несколько всероссийских соревнований.